вечір. Ефір телеканалу «Миколаїв» продовжує програму «Гаряча лінія». Сьогодні у нас цікаві гості. Це подружжя Андрій та Алла Закусіло. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Я хочу зазначити, що наші гості – волонтери. Тож, і поговоримо ми сьогодні саме про вашу волонтерську діяльність. Але перш ніж ми перейдемо до вашої такої громадянської позиції, хотілося б дізнатися про вас особисто. Чим займаєтесь у житті? Звідки ви приїхали до нас? Будь ласка, хто з вас почне? Ну, можна ми будемо на російській? Пожалуйста, як вам буду? Спасибо. Приїхали ми із міста Снігирівка Ніколаївської області. Займаємося ми, в частності, такими речами. Тобто, я непосередньо волонтер, супруга мені допомагає. У нас молодой маленький сыночек Мишенька. Молодой? Да. Насколько он молод? Ему как раз исполнилось 21 сентября 3 года. То есть совсем молодой. Вообще молодой. Ну, если бы вы его видели, то это очень такая яркая личность, очень веселый парень. То есть это душа компании, то есть куда мы ни приходим. То есть он сразу становится номером один, и все обращают внимание на него, и как бы забывают, зачем вообще пришли. Я, судя по тому, как вы о нем говорите, он номер один и в вашей семье, потому что все, вы о себе сказали полтора слова про сына. Ну все вокруг, кружится вокруг него. То есть, ожидаемый ребенок, да? Ну да. И, собственно, чем занимаетесь? Кроме про волонтерство мы поговорим отдельно. Занимаемся, то есть мы являемся владельцами небольшого комплекса, который сейчас находится в завершающей стадии строительства. То есть это кафе, это там будет пару гостиничных номеров, то есть, ну, такой маленький комплекс местного дозвелья, скажем так. А почему вы выбрали именно такой бизнес? Что вас привлекает? И вот интересно в этом контексте, вы кто по образованию? Я вообще по образованию кораблестроитель. То есть я заканчивал в Херсоне филиал Николаевского кораблестроительного института. То есть я электромеханик вообще. Так, ну, так получилось у меня по этой профессии, то есть, ну, непосредственно не по строительству кораблей, а по строительству, то есть в части электрики у меня есть опыт работы, то есть порядка 10 лет. То есть была очень такая интересная молодость, то есть она была бурная, то есть она... С этого места поподробнее? Ну, в плане чего бурная, то есть смотрите, когда я заканчивал школу, меня отец спросил, то есть хочу ли я идти получать высшее образование, то ли я хочу пойти в армию. Ну и как бы, слушая там старших товарищей, я так подумал, что ну как бы на тот момент в армии как бы ну, сильно нового я там как бы ничего не узнал для себя. И то есть я решил сначала получить высшее образование, а потом уже при необходимости, если нужно, то и пройти какие-то там курсы и все остальное. То есть отец у меня в тот момент, он работал в России на севере, то есть это как раз там пик такой был, строительство, бум, и он предложил, то есть если я хочу получить высшее образование, я должен поехать с ним и отработать лето, то есть 3 месяца и заработать деньги на учебу, то есть только таким способом. То есть он сказал, я не хочу там спонсировать, ты должен сам почувствовать, что такое работа. Преодолевать трудности, да, вас да, учили да, уже да. быть мужчиной. Да, и то есть, когда я попал первый раз, это было, конечно, ну, то есть, я либо там поломался и сказал, там, нет, я уже там осенью лучше уйду в армию, ну, либо мне нужно было работать, то есть, я попал разнорабочим, то есть, и, тяжело там, было, да? Ну, это была тяжелая физическая работа, это, там, лопата, это цемент мешали, то есть, это, ну, как бы, это была стройка, то есть, это, там, бы... Очень тяжело. Ну ничего, как бы 3 месяца я там продержался, заработал, мне хватило на год учебы, плюс одеться, и там родители, можно так сказать, там помогали немножко там, ну, продуктами, скажем так. Ну, в принципе, остальное мне все хватило. Но это была такая школа жизни очень сильная. То есть, ну, как бы если... Суровый север оказался. Ну да, то есть север севером, но летом это температура, которая доходит до 40 градусов. И то есть комары, мошки, там как бы все очень сложно. Если кто был, тот меня поймет.
И вот вы отучились в Херсоне. Да. И по специальности где работали? Вы вернулись не легко? Значит, смотрите, я когда... То есть я приезжал каждое лето и работал в той структуре, где работал отец. То есть сначала был разнорабочим, потом у меня же появились какие-то немного там знания. То есть там первый, второй курс я пошел электромонтажником третьего разряда. Потом выше, то есть после того, как я получил диплом бакалавра, мне уже предложили должность инженера, то есть я отработал инженером, потом опять же закончил институт, меня полноценно пригласили на постоянную работу, как бы дали хорошее место, там оклад, и, то есть я вот так... То есть в принципе вот тот человек, который может сказать, что знаю процесс от самого низа и до самого верха. Да, то есть непосредственно я... Как бы прошел, я понимаю, то есть, что там происходило, как это происходит, как бы, да, можно так сказать. Алла, а вы чем занимаетесь? Ну, помимо того, что вот у вас, я так понимаю, общий бизнес. Да, я и мама. Мама? Мама, жена, да, главная работа, так сказать, любой женщины, да, это быть хорошей матерью и женой. Поэтому пытаюсь, по крайней мере, я никогда не говорю, что я там хорошая мама или жена, но пытаюсь таковой быть. Помогаю, помогаю. Мы вместе занимаемся, да, Ромашкой. Поэтому целый день как бы расписан. Ребенок, муж, работа. А как вы познакомились? Ну, это вообще как бы, извините за такое выражение, это трэшевая история была. Мы познакомились на свадьбе у ее сестры, то есть мой друг, Александр, он женился на сестре Аллы. И то есть мы первый раз там встретились. Алла вообще у нас родом из Крыма, с Симферополя. Да. И то есть мы там... Где это было? В каком? Это в Снегирёвке. Да, то есть мы на свадьбе... Моя двоюродная сестра выходила замуж, и нас позвали приехать. В общем, мы там после каких-то раздумий на тот момент у меня... А когда это было? Это было в конце 2007 года. В общем, мы решили ехать и приехали на свадьбу к сестре. Я никого не знала, только там сестра и муж ей, получается. Больше никого не знала из приглашенных друзей, тем более все молодые, там по парам, и как бы так. И там вот из толпы, так сказать, я заметила одного человека, который был так интересно одет и выделялся на фоне других. Интересно одет? Да. Как сказать правильно... Снегирёвка хоть и город, да, но по сути большое такое вот село. Поэтому особо люди не заморачиваются по то, как они одеты. А тут заходит такой парень интересный, в хорошем костюме, в водолазке черной, это зима, ну как бы хорошо. Одет был, интересно. Так, поэтому... а трэш в чем? Андрей. В том, что мы... Ну, трэш был в том, что, я такой парень, который, я очень люблю юмор, ценю его, да, и, то есть, Алла, довольно-таки серьезная на тот момент, она была серьезная такая вся, неприступная, то есть, и я может, как бы... Просто потому, что никого не знала, стеснялась. Это не исключено, я как бы всеми там своими фибрами пытался выйти как-то, может, на контакт подсознательно, она как, настоящая леди такая, чем она мне и взяла, кстати. То есть она так, дистанцировала аккуратно, и, для меня это было как бы, тяжело, как я парень, я должен познакомиться, а меня так... В итоге мы как бы толком и не познакомились на свадьбе, только я потом уже набрался смелости, храбрости. Она на тот момент еще была в отношениях там с молодым парнем, узнал... Вот, как настоящий рыцарь, отбивали даму сердце. Можно и так сказать, да, то есть уже мы потом познакомились, там отношения сходили на нет, и то есть я предложил, что, попробуй что-то в жизни новое. То есть я приеду, мы пообщаемся, если мы, может, друг другу как-то устроим, там, может, у нас общие взгляды на жизнь. То есть мы потом продолжим дальше общение. Если нет, то есть я как бы я сделал все, чтобы я понравился, скажем так. Алла, каково было покидать Крым и переезжать? В общем-то, по сравнению с Крымом, наверное, Снегирёвка такая хорошая глубинка. Да, это правильное слово. Хорошая глубинка, да. Тяжело. Я в первое вообще время не хотела уезжать. Я, наоборот, предлагала перетянуть Андрея в Симферополь, жить в Симферополе, потому что, реально, понимаешь,
Я бывала в этой Снегирёвке, была еще лет 20 назад, мы приезжали к тете в гости. И когда ты приезжаешь, нет ни такси, нет... Ну собственно, то, к чему привык уже городской житель. Да, элементарных вещей. Нет воды, нет ничего, нет газа, вообще абсолютно ничего нет. Я думаю, это же ужас, моря нет. Поэтому тяжело было, но в конечном итоге у меня даже девочки на работе вместе, вот мы работали, подружки, они меня отговаривали. Говорили, а где вы работали? Нужно. Я работала на корпорации Техноком, Вина. Вот там мы работали, мы, ну, дистрибьюторы были, торговые представители, мерчендайзер, занимались продажами вин. И говорили, что не стоит этого делать, не нужно переезжать. Я, в принципе, думаю, я еду не в город, я еду не к людям, я еду к любимому человеку. Мне жить с ним, правильно? Поэтому я решилась и... Ну, теперь я так понимаю, насколько я понимаю, да, учитывая вашу деятельность волонтерскую, о которой мы сейчас поговорим, то отношение, наверное, все-таки поменялось к тому населенному пункту, где вы же сейчас живете. Потому что, ну, заниматься волонтерством и не быть при этом патриотом в какой-то степени, и в том числе того места, где вы живете, ну, наверное, неправильно. И, да. И вот волонтерская деятельность, собственно, почему вы занялись волонтерством, что подтолкнуло вас к этому, Андрей? Ну, вообще, сама предпосылка к этому, ну, то есть тут послужило несколько причин, которые стали вот этой предпосылкой. То есть, во-первых, ну, однажды я понял, что, ну, нужно в этой жизни, то есть, как-то помогать людям, то есть, ну, если у тебя все в порядке, это не значит, что у кого-то все в порядке, то есть, у кого есть такие люди, которые нуждаются в помощи и которые, ну, как бы, не совсем могут ее получить. То есть, это то, что мы называем социально ответственный бизнес. Вы, ну, зарабатывая деньги, вы помогаете еще кому-то. Ну, как бы, я думаю, да, то есть, началось с того, что я просто предложил в один момент поехать супруге просто в детский дом перед Новым годом, давай, я говорю, возьмем там подарков всяких, там фрукты ягоды, печенье, там эти самые игрушки какие-то, тетрадки, там просто поедем, ну, у нас на тот момент не было ребенка, то есть, ну, как бы поедем, поможем другим детям. И, а детский дом где находится, куда вы поехали? В Новопетровке. Рядом есть село Новопетровка, и мы туда попали. То есть мы приехали, сначала как бы, ну, не поняли, нас долго спрашивали, какую организацию мы представляем, то есть какая цель визита там, как бы мы убеждали то, что, ну, мы просто жители соседнего городка и хотим перед Новым годом, то есть как бы рождественский такой подарок сделать, то есть там, ну, фрукты, ягоды. Представляете, насколько люди отвыкли от подобных вещей, что с такой настороженностью? Ну, такой шок был. Они просто просили, то есть, а куда сообщить или куда написать о том, что вы что-то сделали, как бы, ну, нам было очень стыдно. Ну, мы, ну, ну как не бы стыдно, все оставили. Стеснялись, наверное, ну, не стыдно. Наверное, стыдно, да. За такое не может быть. Мы как бы это все приехали, оставили, то есть там поздравили деток с Новым годом и уехали. То да, есть, мы как даже же, не заходили. Вот, там, да, то есть мы занесли, ну, нам как-то, ну, я не знаю, ну, первый сбежали. Раз, может быть, да, мы сбежали туда, скажем по-простому, оставили это и сбежали. А потом уже как бы начались вот эти все происходить действия, то есть этот Майдан, потом Крым, то есть когда начался Майдан, то есть у нас отправлялись, ну, то есть был такой момент, когда один из наших знакомых, Денис Дорбинян, он зафиксировал тот момент, когда в Снегирёвке собирались тетушки, автобус с тетушками, его пытался отправить один из наших местных депутатов, который сейчас на данный момент является депутатом, и к нему, как бы, на мое удивление, никаких уголовных там преследований, ничего нету. То есть он отправлял этот автобус, то есть был зафиксирован факт, не дали этого сделать там, и как бы автобус не уехал. А я прошу прощения, вот те, кого вы называете тетушки, это кто-то из местных или да, приезжие? Да, это как бы, скажем так, молодые люди, набранные из социально незащищенных слоев, то есть, ну, которые там без употребляют морали, там какие-нибудь вещества, либо еще что-то, ну, как бы нормальный человек туда не пойдет. То есть их на собирали целый автобус, пообещали им денег и хотели уже везти там Николая потом в Киев, то есть для совершения. Несколько раз. Ну, там пытались увозить. Точно не буду, один факт это точно. То есть вот
человек как бы дал этому огласку, и это не произошло. И потом, то есть как бы есть еще такие парни, которым тоже было не все равно, что начало происходить в этой стране. И, то есть мы просто как бы никому не говоря, то есть как бы у каждого есть свой автотранспорт, там есть там зарегистрированное какое-то оружие, мы просто сделали как бы негласную такую самооборону города. То есть мы каждый вечер, то есть разбились на группы, и каждый вечер, то есть какая-то группа заходила, ну, заступала на патрулирование города. А в целом в отношении местного населения к тому, что вы делали, вас поддерживали? Ну, как вам сказать, я сейчас просто дальше расскажу. То есть, ну, для многих это, ну, скажем так, ну, смешно было. Ну, как бы, может, смешно, может, то есть, как бы, кто-то поддерживал, кто-то не поддерживал, то есть мнения были разные, то есть. И поэтому, ну, мы делали свое дело, я, потому что, как бы, такой человек, я не всегда, не то, что не всегда, я, если понимаю, как бы, что это правильно, то я буду это делать, то есть, ну, если это законно, это все правильно, я это буду делать, то есть, может, не все сразу поймут, что, для чего это все. И то есть мы сделали эту самооборону, она просуществовала, потом уже как бы в ней необходимости не было, мы, так скажем, самораспустились, потом пошли события в Николаеве, то есть это сбор на альшанцах пророссийских этих всех движений, то есть мы, опять же, с этими ребятами первый раз приехали туда, хотя бы посмотреть, ну, что там происходит. То есть как, ну, своими глазами, потому что, то есть, есть одна сторона конфликта, вторая, третья, то есть, ну... Ну, да. Знаете, есть, у нас, украинцев, есть поговорка, «Дока не палапа, не повірю». Да, да. И на то вас есть, не очень. Мы приехали туда, и, то есть, посмотреть на это, что там происходит. То есть, потому как я, допустим, я ни для кого не секрет, то есть, у меня проукраинская позиция, то есть, мы приехали, посмотрели на это. То есть то, что я увидел, меня, конечно, сильно поразило на тот момент. Это, как бы, с одной стороны, заявление о там, святости, там, деды воевали, скажем так, да, это выражение, которое стало уже нарицательное, которое, ну, я скажу так, это неуважение, наоборот, идет. То есть мы увидели, как на могилах наших дедов, то есть был разбит лагерь вот этот палаточный, где происходило... Футбол играли, ребятки. Футбол — это не те вещи, не самые страшные вещи, которые вы знаете. То есть это они там жили, они, я извиняюсь, справляли нужду и все остальное. То есть это потом стало известно, когда уже, ну, последний момент. И то есть, ну, для меня это было дико, скажу честно, у меня два дедушки воевали, оба прошли, то есть там награждены, то есть медали, один из них даже в конце был водителем коменданта Берлина, то есть, ну, я очень с ними много по поводу войны разговаривал, как она шла, там, все остальное, я прекрасно понимаю, что это, и уважение у меня к этим людям очень огромное, но... Манипулирование вот этими, то есть, георгиевскими ленточками, всем остальным, то есть, это как выражение, знаете, когда вы сидите за столом, давай выпьем, ты меня не уважаешь, да, если ты не соглашаешься, и считаешь, что уважение заключается не в том, ты выпьешь человека, ты его либо уважаешь, либо не уважаешь, а пить, не пить, это вопрос каждого. Так же самое и к этому вопросу. Если ты уважаешь этот праздник 9 мая, да, это фашизм, там, это была борьба, это была такая колоссальная борьба, это умерло столько людей, то есть это, ну, это страшное событие, это, там каждый второй, третий потерял кого-то в своей семье. И то есть, когда вот эта тема пошла манипулирование, меня это взяло за живое. То есть мы туда приезжали раз, второй, третий, то есть мы на это смотрели, то есть мы вступали в эти ряды, то есть мы не давали, чтобы была там взята администрация, то есть последняя стычка, она была вообще ужасная, то есть это когда кордон милиции разделял, то есть так скажем, пророссийские, проукраинские силы, да, то есть он стоял, и когда уже просто там сначала было словесные перепалки, потом пошел штурм, то есть там было две попытки штурма, и, то есть когда уже из-за кордона этой милиции начались обстрелы из травматического оружия, то есть там было очень много раненых, то есть, ну, это уже как бы была крайняя точка кипения. То есть тогда уже как бы эти все силы были сметены, и раз навсегда в Николаеве, как бы, в области стал порядок. Алла, а вот ваше отношение как крымчанки в прошлом к тем событиям, которые происходят, наверняка остались родственники там в Крыму. Вот как вы общаетесь? Вы находите общий язык?
Родственников не осталось, но друзья, подруги, да, были, общались, было нормально. Но после этого переворота, я им говорю, что это предательство страшнейшее. И, ну, достаточно много людей, и только несколько человек, и даже вот одна девочка, она с семьей выехала из Крыма, они бежали, можно так сказать. Мы еще смеялись по этому поводу, говорю, тебя там еще не вздернули за то, что ты Украину поддерживаешь. Она с ребенком, у нее получается тоже сын Роман, такого же возраста, как у меня Миша. И они вот с маленьким ребенком, они выезжали во Львов, жили во Львове. Бежали оттуда, потому что, говорит, это реально, это невозможно понять. Люди зомбированные, они ничего не слышат, они ничего не видят, они ничего не понимают. Россия, 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 все. У меня осталась подруга, с которой мы близко общались, и сейчас я уже с ней не общаюсь. Она говорит, давай мы не будем затрагивать эти темы, но оно не получается, осадок на душе остался. Со многими мы просто скандалили и в очень грубой форме расставались. Поэтому с Крымом... То есть вы воспринимаете это как предательство? Предательство, конечно. А когда муж занимался в самообороной, ходил в охране общественного порядка, вам, вы переживали за него? Страшно было? Конечно. Я пыталась вместе, меня вообще не хотели брать. Говорят, у тебя ребенок маленький, я думаю, как-то так. Но она такая насколько... очень активная, она всегда пытается, то есть куда бы я там не ехал бы там в Крым или какие-то истории, куда она постоянно, то есть со мной. Она, то есть, ну, как бы ее трудно очень убедить, отговорить, она постоянно пытается, я с тобой. Муж, я с тобой. Напрямую же, все правильно. Ну, это понятно, но есть такие моменты, там, ты не знаешь сам, ли выберешься оттуда, а тем более, когда есть уже ребенок, тут, ну, как бы так рисковать нельзя. То есть, как бы вообще, ну, как бы, про вот эти все действия, то есть, как бы подвести итог, ну, вот про отношения России и Украины, я вот хочу просто, чтобы, ну, как бы поняли, может, услышали нашу позицию. У нас в России есть кум с семьей, там, двое детей. У нас живет, ну, моя родная тетя одна, мой брат двоюродный в России живет, то есть очень много родственников. Мы этих людей очень любим. Мы очень хорошо относимся именно к людям, к россиянам. То есть мы понимаем, что часть из них сейчас может быть как там, ну, не скажу одурманена, но у них сейчас такая точка зрения, потому что, ну, у них очень массово идет, то есть 90% эфира, это, то есть, идет, ну, как бы пропаганды. Мы к людям относимся вообще классно. Мы плохо относимся именно непосредственно к тем людям, которые делают эту пропаганду и зомбируют людей, и пытаются, то есть, маленькой кучке там этих, ну, не хочу назвать их там всякими словами, то есть этой кучке маленькой, которая всей стране пытается, ну, то есть, действительно вбить истину, что мы там с ними не братья. Мы не один народ, мы вообще очень похожи, мы есть как братья, но только сейчас, ну, слова просто нету, то есть, ну пройдет время, как говорится, все станет на свои места, и мы будем очень жалеть о тех сообщениях, там, о тех разговорах, когда мы друг друга оскорбляли, то есть там всем остальном, мы просто пройдет время и поймем, что это, ну, как бы, очень печально. Но все станет на свои места. Ну, сейчас ваша волонтерская деятельность заключается, я так понимаю, в том, что армии вы тоже помогаете, да? Отношение к армии, вот вы сказали, что в то время, когда вам нужно было, когда вы закончили школу, угу, было одно отношение к армии. Сейчас, видимо, совершенно по-другому все. В принципе, среди украинцев отношение к вооруженным силам очень серьезно поменялось. Я так понимаю, у вас тоже. Да, то есть я сейчас прекрасно понимаю, то есть понятие армии, вот наша, как бы армия, как она, вот, ну, с советских времен шла, да, и современная армия, это вообще две разных вещи. То есть мы до сих пор, то есть если взять, как мы там проводим боевые действия в АТО, да, то есть это, ну, мы, если честно, отстали очень далеко. То есть, если весь мир стремится к тому, чтобы человек не участвовал, то есть, а это, ну, какие-то машины, то есть беспилотники, то есть разведка, то есть это больше упреждение, чем сами боевые действия. То есть у нас все еще, как бы, знаете, по команде в атаку, там все ну, это колоссальные потери. Это прежде всего человеческий фактор, это колоссальные потери. То есть сейчас эта армия, она, как бы, немножко приходит в порядок, такая, как она должна быть, но ей очень далеко. Потому что, ну, скажу честно, ну, сейчас опять мы начнем затрагивать политику, это очень такая... У нас, тяжелая. К сожалению, не так много времени я осталось. Я понял, да. Поэтому вы
сейчас присоединились к определенной политической силе и хотите работать в областном совете, то есть свои усилия, социальную активность направить на работу в областном совете. Почему? Если можно, я маленькое предисловие просто сделаю. Смотрите, то есть когда я являюсь соучредителем фонда «Волонтеры с Нерёвщины» и волонтером фонда «Кракуи Мастурботы». То есть когда мы это все начали, нас было где-то 120 человек. То есть вот на данный кажется, через неделю у нас было 60, через две недели. То есть по факту сейчас через полтора года нашей деятельности, да, это я имею в виду фонд «Волонтеры с Нерёвщины», у нас осталось 5 человек. Это те люди, да, 5, ну это настолько разные люди, нас собрало это пастырь церкви «Новое поколение», это отец, это Александр Ефремов, наш старший, отец Василий, это батюшка Московского патриархата, это я, это Володя по кличке водитель Киборг, это человек, который может проехать трое суток по зоне АТО, никуда не заплутав, без навигаторов, карт, и при этом еще приехать с Нерёвку, поехать рейс на Одессу, то есть повезти там ребят. Ну, он еще занимается перевозками, он реально Киборг. И еще один парень, Масюков, есть такой тоже очень веселый парень с юмором, который, ну как парень, он старше меня, но он очень с юмором такой, молодец. Вот нас 5 человек, которые непосредственно занимаются. Но это все как бы очень, очень тяжело, потому как раньше финансирование было это 20% своих средств и 80% это спонсоры. На данный момент это 75% своих средств и 25% только спонсоры помогают. То есть интерес у народа падает и как бы. Андрей, да. Подсказывает мне уже режиссер, что времени совершенно осталось. Но все-таки, почему вы решили идти в областной совет? Чего вы хотите добиться? Только вот, пожалуйста, коротко. Я понял. То есть, как бы, один человек, у меня просто один очень умный человек, мне однажды сказал: Андрей, понимаешь, ты как волонтер там делаешь хорошие действия, детдома помогаешь беженцам, там, возите в АТО, но ты борешься с последствиями. То есть, это бездеятельность чиновников, это какой-то там коррупции, там всего-всего-всего остального. Это все последствия вот этих действий. Если ты хочешь конкретно изменить и что-то помочь, ты должен зайти внутрь и изнутри эту систему менять. И когда ты ее будешь менять, ты найдешь тех людей, с которыми ты будешь менять, тогда ты только добьешься результата. А так ты можешь возить эту помощь, эти в детские дома, ты можешь возить еще до конца своих лет. Ты будешь классный парень, но ты ничего не изменишь. Я эти слова взял на вооружение и решил, нужно что-то менять изнутри. От какой политической силы вы идете? Я иду за поддержки партии «Наш край». Що ж, будемо сподіватися, що ваші соціальні ініціативи ви зможете реалізувати, потрапивши до обласної ради. Я дякую за те, що завітали до студії. Успіхів вам у вашій діяльності. На все добре. Дякую.